Мы ходили по всем елкам, которые только были у нас в городе. Очень понравилось. Мы очень рады тому, что у нас город такой красивый стал, вообще просто шикарно оформили. Всегда было достойно, но в этом году просто вообще замечательно. Художественная галерея, музей оружия были. Симпатично, хороший город у вас, красивый, чистенький. В бане были, попускали фейерверки. Все. Вот приехали в Казань посмотреть. Сейчас зайдемся ночью и посмотрим на вечернюю Казань. Мы ходили по новогодним елкам, по паркам. Они были замечательно украшены. И сейчас мы с полными силами готовы вступить обратно в буднюю среду. На пенсии. У нас трудовая неделя, да. У нас это... Мы сил набираемся сил для дальнейшего продолжения отдыха. Сидел, включил интернет, поставил себе чай, торт накупил. Сидел, кушал, ел и смотрел интернет. Вот больше ничего не делал, честное слово. Мы развлекались передачами телевизионными всякими, и все, больше на лыжи ходили. Мы с детьми занимались спортом, лыжи, коньки, что еще, и кинотеатры. Гуляли, ездили на обзорную экскурсию, морозно, в Москве чуть потеплее, но так довольны, очень вкусно, и чпачмак, кайф вообще.